«Хлеб, ты, мир». Под таким названием в Калужской области проходит международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации. Свои экспозиции там представили «Чувашпотребсоюз», «Чувашский национальный музей» и «Агроинновации». Форум «Хлеб, ты, мир» – масштабная коммуникационная площадка, которая объединила кооперацию «Малый и средний бизнес», государственные структуры. У нас по малым форумам предпринимательства и так далее комплексная поддержка. Есть федеральная программа, начинающая ферма, семейная ферма. Значит, с этого года начала работать другая программа в системе национальных проектов, агростартап и так далее. Люди хотят работать, развиваться и двигаться вперед. Экспозиция старейшего потребительского общества всегда привлекает внимание. Мы уже 125 лет делаем все возможное, чтобы жизнь и быт сельского жителя была гораздо проще, легче, комфортнее. Мы привезли, конечно, лучшие образцы нашей кооперативной промышленности, нашей заготовительной отрасли, общественного питания, чтобы показать жителям и всем гостям этого мероприятия, чем сегодня богата потребительская кооперация Чувашской Республики. Участниками такой формы взаимодействия являются многие жители республики. Ежедневно по утрам 60 тысяч селян сдают им то, что они вырастили в своих личных подсобных хозяйствах. Это молоко. Осенью теперь уже появились овощи. Это картофель, морковь и так далее. Поэтому надо, конечно, объединяться в кооперативы. В рамках форума проходит фестиваль хлебопеков. А чтобы рассказать участникам о том, как печется хлеб в республике, Национальный музей сформировал свою историческую страницу. И наша выставка – доказательство этому. Также наша выставка рассказывает о материальной и духовной культуре нашего народа, представлены основные виды земледелия, так как у чувашского народа основной вид жизнедеятельности – это земледелие, связанное с животноводством. Форум продлится все выходные. За эти дни специалисты обсудят проблемы отрасли и перспективы ее дальнейшего развития. Наталья Мальчикова, Республика.